Всем привет! Вы на канале Мади. Сегодня мы с вами поговорим о таком неприятном явлении, как повышенная температура тела у человека. Как правило, повышение температуры является ответом нашего иммунитета, который борется с инфекцией. Иногда можно дать себе немного потемпературить. Возможно, организм сам справится с проблемой. Но есть случаи, когда игнорировать этот симптом категорически неправильно, и следует обратиться к вашему лечащему врачу. Давайте разберемся, какая температура считается повышенной вообще. При оральном измерении температуры у ребенка 37,5 градусов, при ректальном измерении 38 градусов, при измерении в подмышечной впадине 37,2 градуса. В целом принято считать, что нормальная температура должна быть в диапазоне от 36,4 до 37,2 градуса, идеально 36,6. Также в норме температура тела может меняться и в зависимости от общего состояния, от возраста, от уровня физической активности и даже от времени суток. Так, самая низкая температура с полуночи до утра, а самая высокая температура с полудня до вечера. А вот когда болеешь, к вечеру температура повышается почти всегда. А теперь я расскажу вам, как можно сбить высокую температуру без таблеток при простуде, гриппе или ОРВИ. Первое – это обильное теплое питье. Пить можно воду, травяные чаи, такие как ромашковый, эхиноцея, липовый, очень хорошо сбивают температуру малины. Чай с малиновым вареньем, малина свежая или замороженная на зиму. Ее можно просто оттаять и съесть, или добавить в чай с добавлением ложечки меда. Лучшее средство снятия температуры при беременности – малина. Сбивает температуру постепенно. Совершенно без вреда для здоровья мамы и малыша, а еще она просто вкусная. Питье должно быть именно теплым, но не горячим, чтобы не обжигало горло и пищевод. В первые часы болезни следует применять чаи на пары или настой растений с патагонным, жаропонижающим, противовоспалительным, противомикробным действием, содержащие спектр необходимых витаминов, которые будут стимулировать иммунную систему. Важно сбивать температуру плавно, чтобы при резком падении не появились такие симптомы, как, например, судороги. Можно обтирать больного мягкой тканью, смоченной в растворе уксуса или водки, уделяя особое внимание подмышечным впадинам, местам под подбородком, шее, ступням, ладошкам и всем складочкам. Можно не туго обернуть больного в простыню, и когда она нагреется снова, смочить и, отжав не до конца, повторить обертывание. На лоб прикладывать холодный компресс. Далее приведу примеры классных сборов трав. Но у всего бывают противопоказания. В наше время Google в помощь. Все проверяйте, дабы не навредить. Рекомендуемый сбор номер один. Цветки липы, листья малины, трава мяты перечной, листья шалфея. Всего надо взять поровну и пропустить через мясорубку или перебить в кофемолке в порошок. Затем 20 граммов сбора залить кипятком и настоять в термосе 1 час. Затем процедить и принимать по одному стакану каждые 2 часа. Можно добавить чайную ложечку меда. Сбор номер два. Листья березы, трава душицы, цветы калины, плоды малины, листья мать и мачехи. Всего взять поровну. Как и в прошлом сборе, перебить в порошок и 20 граммов залить литром кипятка. Кипятить в закрытой посуде 3 минуты. Затем настоять в тепле 1 час и принимать почти в горячем виде с медом по одному стакану каждые 2 часа. Очень важно, при приеме настоев больной должен быть в постели и хорошенечко укутан. Тогда в течение первых же 3-4 часов лечения начнется обильное потоотделение и температура спадет. Для усиления эффекта в настои можно добавить свежий или консервированный на зиму сок клюквы, смородины, брусники или калины. После снижения температуры до нормальной продолжать лечение фитосборами с меньшим жаропонижающими и патагонными свойствами, но с более широким спектром действия. Об этом вы можете узнать из нашего следующего выпуска, ссылка на который будет в описании под этим видео и в закрепленном комментарии от автора. Также проходите по подсказкам и конечным заставкам. Будьте здоровы сами и берегите близких. Носите маски в людных местах, мойте руки и никогда не унывайте. Все лучшее у нас впереди. Мира и добра вашему дому.
До новых встреч! Пока-пока!